Жизнь, которая ушла в небытие. Жуткие события прошлого, которые будто случайно запечатлены на кинопленку. Нечеловеческие испытания. И малейшая надежда на спасение, которая заставляет вновь задуматься о счастье, пути которого поистине неисповедимы. Оно есть даже на краю света, и оно найдет тебя там, где ему, казалось бы, совсем нет места. Мрачная история, в которой люди оставались людьми. Подарок Сталину на канале Елерна.